коробке. Как будет? А, это же не коробка. А что, она тебе мешает? Ну, это же не коробка. Это в рот, она в кирпиче. Еще мы не кирпич сейчас будем. Все, давайте. На такое окно 4 штуки надо, да? Да. Василий, у меня бы молоток, а он у тебя, да? Подожди, что ты? А ну, вот так, давай сюда его. Вот сюда. Погода ничего сегодня, да? А ночью было так холодно. Да, мы вчера в Лазурное поехали. Там такой ветруган. Вот это за пеню. Пена ветром сдувает ее. А ну вас, да, разверни ее как надо. Дальше, еще на меня ее чуть-чуть. Да до конца пихай. Уже больше некуда. Все, хорош тогда. Подожди, тем, ну пока выгнем. Как в Крыму. Вася, а ты можешь, смотри, помер от окна какую-то палочку, возьми любую палочку короткую, помер расстояния отдельно. А что у тебя получается эта пластина? Ну? Вырезала, та не вырезала. Так может просто этот ближе был. Ближе был, наверное, этот. Сама петля. А, Мирон, доска это просто неровно. Смотри, доска неровно. А ну померь мне, я посмотрю сбоку. На, рулетка мне померь. Вот тот край, где твой стоит. Вот так и на косяк. 10,5, я вижу. А ну сюда стал. Ну и что ты хочешь сказать? Не, просто здесь сразу было видно, что вот здесь, вот видишь, ну, вот здесь ближе. Все, давай. Вот так? Да. Слез. Да сейчас, что тут? Ну не закрутишься, она у тебя деньги. Блин, там же держала. Не снимать его. Хорошо. Монтажная пена работает. Мы пробовали монтажную пену работать, у нас не так не получается. Ну, так вы же работали с трубочкой, да? Да. Тут отжал, все, он остановился. Подожди. Монтажник, сантехник.
интернете. Вам надо будет открывать формулу. Одевать ее сразу сейчас? А где бумажка? Это самое. Сетку одевать сразу? Ну, потом вы будете мучиться. Здесь, пленка. Вот она у вас становится в паз. Вот она у вас стала в паз. Когда идет формула открытая, идет косой дождь. Чтоб конденсат сбегал. Там специальные отверстия. Это сейчас уже просверлили эти? Это на завод сверлил. Это все на заводе, это все завод делал. Вы что, они запечатаны у вас стояли. Опять вы закрываете формулу, смотри. Давайте я хоть с формулы сниму, потому что вы потом до сюда не достанете. Сюда сниму. Вот, видите отверстие? Это тоже все сделано для конденсата, для отлива. Сказали вот аккуратно открывать, ручка упирается в стекло, когда верхнее откидное. Нет, пока вы эту не снимете, оно у вас не откроет. Да, это сняли предохранитель, показали, как предохранитель. Это, во-первых, надо снимать, допустим, если вам надо будет сетку снимать. Вот. Это вот, я имею в виду, если летом вам сильно будет жарко, можно будет снять, чтобы она в таком положении у вас была. Поняли? Сетка у вас стоит, смотрите. Подняли ее, вот. Вот, вы одеваете ее сюда. Вот это же я не открыл.